Всем привет, на связи Константин, продолжаем работу над альбомом. Следующий трек. Я продолжу одну из заготовок, которую приготовил заранее. И вот что есть в данный момент. То есть задумка началась с гитары. Вот, дальше добавилась пианино. Далее так есть мелодия, которая начинается чуть позже. Вот я уже начал работать со структурой, то есть есть вступление некое, которое еще следствие будет дополняться. Но пока оно вот такое. Здесь есть бочка. Такая, без явно выраженного клика. Вот, но для начала самое оно. И потом подключается уже клик, когда начинается основная мелодия играть. То есть тут такой клик добавил. Вот сгруппировал все, и в группе немножко подработал, добавил эквализацию, компрессор API 2500, ну и фильтр здесь в некоторых местах, он такие штуки делает. Дальше есть клэп. Позже появляется тарелочки. Такие незамысловатые. Есть вот такая штучка. И крэш. Значит, добавили басик. Получилась вот такая штука. Перевернутый кик обратный, чтобы получить вот такой эффект. Бас сделан из спайра, вот такая волна, один голос. Подмешан, используется фильтр. Немного эквализации в самом синтезаторе, то есть поднятые высокие, поднятые чуть-чуть низкие. Также добавлена зависимость громкости баса от velocity вот этой ручкой. И также с помощью вкладки модуляции здесь также привязана velocity еще к частоте среза. То есть частота среза фильтра также зависит от velocity. Это было сделано для того, чтобы внутри нотного редактора добавить разные значения velocity, чтобы разные ноты баса отличались по тембру, отличались по громкости. Вот, то есть в момент звучания бочки в начальной громкость была минимальная, а максимальная громкость в слабую долю.
добавить динамики в саму партию баса, плюс еще добавляем эквализацию, компрессию и вот такую еще штуку, то есть Vocal Tool, который дополнительно добавляет проседание баса в начале момента, то есть когда играет бочка. Это можно делать с помощью компрессора, сайдчейн, но когда рисунок прямой бочки, то проще всего сделать это так, в общем-то. И в этот раз я решил бочку и бас отправить на шину, которая называется КБ, ну, kick and bass, короче говоря. То есть на этой шине мы имеем доступ только к бочке и басу. То есть я решил сделать такую басовую основу этого трека, на которую все остальные инструменты просто уже наслаиваются. Вот, здесь... Наверное, будет еще какая-то обработка, но пока тут только вот такой компрессор. Чтобы в итоге получить басу, такую ровненькую динамику. Управляемую. Басовая составляющая была четкой. Вот, продолжим дальше. Добавим какой-нибудь синтезатор, например, Spire, мой любимый синтезатор Spire. И что-нибудь попробуем подобрать, либо накрутить, как получится, короче говоря. Это такой момент, когда, ну, самое начало трека, когда еще неизвестно, что ждет. Поэтому пробовать надо все. Сразу набросим эквалайзер, дилей. Если кто не понял, что я здесь сделал, здесь есть просто такая функция. Когда ты что-то наигрываешь на клавишах, Ableton запоминает это. Вот. Если ты хочешь это закинуть в проект, то есть даже несмотря на то, что я не ставил на запись, он все равно это запоминает. Это если понадобится фиксировать какие-то идеи, когда ты что-то наиграл, что-то хорошее, а не успел это записать, то можно воспользоваться этой функцией и извлечь из памяти Ableton то, что ты наиграл. Это, конечно, играется не в темпе, игралось, но всегда это можно потом подредактировать, что я сейчас и делаю.
Так, повторяем эту фразу. Где-нибудь передумаем. Звук слишком быстро гаснет. Поэтому можно добавить ему сустейна при помощи этой ручки. И также можно добавить изменения ручки котов. Так, все, инструмент, можно сказать, утвердился в проекте. Назовем как-нибудь лид, да, Ностальгия. Как там пишется Ностальгия? Так, нет, как бы так. То есть главное, чтобы он не звучал постоянно, так как у нас там еще есть клавишная мелодия, вот, и сделать так, чтобы они перекликались и не перебивали друг друга. Возможно, как-нибудь еще редактируем. Добавляем инструментов побольше. Так, что здесь у нас интересного есть? Конечно, по-хорошему добавить бы пресеты, наверное, я это сделаю, но пока их нет, обойдемся. Вообще-то, нет, сделаю я сам звук, более то, что я хочу сделать.
такую уж и сложную. Что я хочу сделать? Убираем. Какой-нибудь верхний сигнал. Так, можно взять сразу дилейчик. Другого инструмента. У нас здесь в ретерне есть холл. Вот, поэтому можно сразу же оценить, послать на холл. Эффекты подключим. Можно пробовать другую волну использовать. Какую? Не знаю, насколько это то, что я хочу, но будем смотреть. Теперь вспоминаем, какие у нас здесь аккорды. Так, си минор, фа диез минор, ми минор, ля мажор. Не минор обычно.
Thank you.
отрезок без бита. Ям. Падами. Возможно. Далее добавляем еще инструмент. Из этого же. Немножко его сейчас. Поработаем. Чтобы правильно, изначально правильно уже нажимать на нужные клавиши и не тратить время на подбор нот, которые подходят либо не подходят. Эта функция даже не обязательно использовать запись. И все идеи удачные сохраняются и используются в проекте. Рейвер другой, делаем Arts Acoustics, какой-нибудь, исчезли пресеты все, называется обновился до 11 винды, надо заново переустанавливать, ладно, накрутимся, так, пределы, сухой сигнал полный, а ревер подмешиваем с помощью ручки wet. Какой-нибудь режим large, например. Низкий убавим, высоких посмотрим, как сделать лучше. Слушаем. То есть аккорд длинный, должен звучать долго, поэтому и ревер нужен такой особый, и фидбэк большой используем на дилее. И можно еще сделать. Так, об
компрессор. А после дилея, например, ревера. Долгий релиз. Сделаем так же, чтобы он под бочку проседал, этот звук. Ой, нет. Можно самому сделать. Так. Пусть он взял. Начальный момент. Мы volume shaper отключим. А в последующий момент он у нас будет проседать, чтобы аккорд прозвучал полностью, а потом уже начинал проседать. Если только момент правильно выбрать. Аккорд уже ми-минор. Пускай будет тоже там. Это не хватает, это не хватает. Немножко насытим звук. Thank you.
Почему бы также эту ручку котов также не автоматизировать? Сначала, допустим, она будет пониже. О, хорошо. То есть снова пойти на убыль. Так, окей, здесь будут другие инструменты открыться. Еще один эффект сделаем. Thank you.
Попробуем так. Такой эффект попробуем сделать, но ничего получится. Возвращаем delay, возвращаем delay. Чуть попробуем пока не там все. До встречи.